таким кирпичным цветом. Набираем. И тряпкой все размазать? Да, натереть. Не просто размазать, а натереть. То есть слой должен быть такой, чтобы он не лез, когда ты будешь сверху накладывать. Поняла, зачем натирать? Чтобы он не лез, чтобы он был, тонированность была, но чтобы не лез. А ты белила и что? И белила, да. Там есть такая краска, английская красная. Вот ее в разбеле. И можно плюс немножко коричневизны. Ты что, ты будешь повторять Игоря, да? Друг от друга. Ты видишь, лежачей кистью работаю, да? Лежачей и как бы с некоторой небрежностью, да? В зелень, смотри, синий кладу, синий, фиолетовый. Вообще яркая такая, жука, сочная, заметила. Смотри, в зелень кладу, фиолетовый, ты видишь? Ты видишь, вода колоннами, да, отражение имеет, колоннами такими. И да, вот и на речке тоже так. А это уже над водой. Я замечаю, она всегда вот такое. Поэтому цвета. Направление поменено. Прозрачно кладу. Смотри, все-таки не закрашиваю холст полностью.
Если в отражении клал нарочито по горизонтали, да, то здесь мигательно, и здесь колоннами, а здесь такую стихию укладок зелени над водой. Пересчет пятен делаю. Не прорисовываю сразу линейный рисунок, да? А вот создаю пересчет основных пятен. Краски немного, поэтому неточность, которая может возникнуть в процессе, не пугает. Место расположения головы чуть хочет коснуться середины и уходит вправо. В этом месте хочет коснуться. И практически сама головочка практически посередине. Само личико вот так вот посередине. Светлые партии любят густую краску, поэтому плотно можно закладывать, создавая выгодную фактуру. Белому, будучи он на свету, да, я снабжаю его охристым, охрой желтой, для того, чтобы он солнечно звучал. То есть не холодным белым, а с охрой желтой. Ну или с какими-то желтыми оттенками. Потому что без желтого седой белый он прозвучит как не солнечный. А как
когда можно будет укладывать вот этими штришками? Смотри, светлые партии ты наполняешь уже штриховательно. К изумрудной добавляю краплак красный. И появляется такой густой чернявый цвет, но наполненный цветом. То есть, хоть и несмотря на свою чернявость. Нарочитые ритмы мазков, потоки прямо, стаи, потоки. Игорь, а вот на 50 на 70 вообще будет изысканно, да, вот помельче, если вот эти мазки делать, да? Да, но все-таки иногда на 50 на 70 трудно размахнуться. Вообще. Трудно тем, что негде размахнуться. Ну, такие тоже хорошие, но вот я представляю, что если помельче, то я делаю. Отсюда остается этот каркас красного, грязновато-красного кирпичного цвета, и он помогает гармонизировать все. Опять же, как потоки, толкотня мазочков, как потоки, прям, стайки рыбок, создают ритм. Причем отсюда композиционно выгодно, чтобы ритмы попадали вот в диагональную композицию. А почему? Ну, чтобы заставляли работать центр.